День профилактики детского травматизма на дорогах. Акция под таким названием прошла сегодня во всех школах города. Сотрудники ГИБДД проверили школьников на наличие световозвращающих элементов на одежде, а родителей на наличие детских удерживающих устройств в автомобилях. Сегодняшнее утро для учеников первой школы началось не с проверки знаний. Сотрудники окружной госавтоинспекции совместно с родителями выясняют, есть ли у детей световозвращающие элементы на одежде. Уполномоченный по правам ребенка Римма Федоровна Галушина предоставила нам эти фликеры, и ребятам, у которых их нет, мы их выдаем. В основном у ребят, у многих есть фликеры. Я думаю, что родители побеспокоились о безопасности своих детей. Пока родители проверяли детей в школе, инспектор по безопасности дорожного движения Светлана Фролова встречала школьников у ворот. Большая часть перевозят детей в соответствии с правилами дорожного движения. Некоторые родители все-таки у нас допускали нарушения. То есть не пристегивали детей старше 7 лет, которые достаточно крупные, высокие детки, ремнем безопасности. Поэтому вот проводили профилактические беседы с ними. Акция по профилактике и безопасности детского травматизма проходит сегодня во всех школах города. Вечером полицейские проведут беседы и в детских садах. Илья Сахаров, Александра Литкова, Антон Мадряков, телеканал «Север».